У бывшего мужа Екатерины Климовой вновь родилась дочь, актер Игорь Петренко и его третья жена, 28-летняя Кристина Бродская, вновь стали родителями. Молодая супруга подарила 41-летнему артисту третью дочь, которая стала для него пятым по счету ребенком. Больше по теме интимной тайны Петренко и Климовой известно, что у Петренко также подрастает двое сыновей, Матвей и Корней, от актрисы Екатерины Климовой, с которой он развелся в 2014 году. На Бродской же Игорь женился 2 года спустя в Калининграде, причем пара не только расписалась, но и обвенчалась. Теперь супруги воспитывают дочерей, 2 и 4 лет. О третьей же беременности Кристины ничего не было известно. Знаменитости старательно скрывали тот факт, что ожидают пополнения в семье, а в свет вышли всего однажды в прошлом декабре на первой премии ФСБ России. Пока Игорю вручали награду за съемки в фильме «Решение о ликвидации», Бродская старательно прятала живот за широкими полами пальто и букетом цветов. Однако новость о рождении дочки актера скрывать не стали. О знаменательном событии сам Петренко узнал во время спектакля «Триумфальная арка», а чуть позже режиссер Лев Рахлин объявил прямо со сцены ДК имени Горького, что Игорь вновь стал отцом. Как передает StarHit, Бродская рожала в одной из клиник Санкт-Петербурга. Все прошло хорошо, и уже 23 января мама и малышка должны вернуться домой. Кристина также написала в Инстаграм, что каждый раз все как будто бы происходит впервые, и поблагодарила мужа за то, что он всегда рядом.